А этим двум системам лучше всего работать в комплексе. Сначала пион ликвидирует артиллерию противника, будучи для нее недосягаемым, а затем к фронту подтягиваются тюльпаны и начинают уничтожать живую силу и технику. Вот так выглядит воронка от фугаса пиона калибр 203 мм. Очень большую воронку оставляют наши калибры. А воронку от мины тюльпана калибром 240 можно приблизительно определить вот по этой схеме. Артиллерия ВСУ в Мариуполе уничтожена, и в город приехали тюльпаны для обработки боевиков в районе Азовстали. Несколько тюльпанов, кидающих зажигательные мины Сайда, начиненные напалмом, создают настоящий ад для противника. Каждый снаряд сжигает все в радиусе 50 метров. Это размер футбольного поля. Кассетные мины «Нерпа» добьют убегающего от огня противника тысячами поражающих элементов. А так как первый миномет 2С4 «Тюльпан» был выпущен в 1969 году и принят на вооружение в 1971, то за 50 лет разных мин было выпущено столько, что нужны годы, чтобы их отстрелять. Самоходный миномет 2С4 был разработан и построен на Уральском заводе транспортного машиностроения. Покрытый пуленепробиваемой броней корпус снабжен двигателем 520 лошадиных сил и может передвигаться по шоссе со скоростью более чем 60 км в час. На корпус закреплен отдельно миномет 2В8 калибром 240 мм, который в рабочем состоянии опирается на опорную плиту. Боекомплект «Тюльпана» составляет 20 фугасных мин по 130 кг или 10 активно-реактивных по 230 кг. Заряжание боекомплекта производится автоматически, а для подъема снарядов с земли установлена лебедка. Экипаж боевой машины 5 человек. Кроме миномета на самоходке может быть установлен танковый пулемет 7,62 калибра или гранатомет. Кроме фугасных мин, которые летят на расстоянии до 10 км, и активно-реактивных, летящих на 20 км, а также напалмовых Сайда и кассетных Нерпа, имеются ядерные снаряды в обычном и реактивном исполнении, а также нейтронные снаряды, смола и фата. Машины производились с 1972 по 1988 год, и всего было выпущено около 600 штук. Основной оператор – Россия.